Стоит на розыгрыш, и около машины стоят вот здесь вот два аппарата, вот этих вот здесь аппараты стоят, и там здесь играете по минимальной ставке, и вам может попасть выигрыш машина. Но вы же понимаете, это шанс 1 на 5 миллионов. Яна идет, не верит. Я сейчас у нее на канале рассказывала по поводу выпивки, спиртных напитков, как это происходит у нас в Лас-Вегасе. Они вон идут, они идут в шоке просто на то, что я сказала. Выпивка в Лас-Вегасе, чай, кофе, Хеннесси, шампанское, Беллис, мартини, сок, все, что хотите, все бесплатно. Ребята не могут переварить это, у них это шок. Она говорит, как, вот так, все бесплатно. Она сказала, что здесь все бесплатно, что именно выпивка, соки, вода и даже спиртное, это правда? А, это правда. А, в Лас-Вегасе, по сути, в Лас-Вегасе, независимо от Фримонтри или Лас-Вегас Бульвар, где все основные у нас крупные гостиницы, все спиртное, спиртное, абсолютно бесплатно. С Теннесси, шампанское, мартини, джентоники, беллисы, все, что хотите, с чаем, кофе. Так вот, почему вода. Вы здесь живете? Почему они тут живут в Лас-Вегасе? Это здорово, друзья! Так мы что, идем себе с заказом? Про лимонад бесплатно? Идем играть. Почему про лимонад? А зачем нам лимонад? Мы пойдем покрыть. И пойдем играть. Пойдем. Что-что? Мы заказали сейчас ром-колу. Я заказала ром-колу. Да. Что ты заказала? Пиво. Пиво. Я заказала джин-тоник. Это все бесплатно. Я не могу поверить. Переезжайте в Лас-Вегас. Ну что, попробуем свою фортуну? Яна, как у тебя там дела? Еще не знаю, еще пока никаких дел. $96, по доллару сейчас делаю, ставка на доллар. Ну вот, друзья, принесли, а Яна все не верила. Джин-тоник и перьер. Excuse me, перьер, перьер. Oh, that's right. You didn't have this one as well. Thank you. Thank you. Yeah!
вот фигура у нас, ну, только мы, Виталик и я, мы дома сделаны. Нас уже здесь лепили. Здесь мужчина вот лепит полностью руками, видите? Мы погуляли сейчас на Фриман-стрит, это как раз где именно Лас-Вегас, именно центр Лас-Вегаса, и это считается улица. А сейчас мы поедем на шоу огня. Друзья, у нас, хочу рассказать для новых моих подписчиков и подписчиц, что у нас в Лас-Вегасе все отели, декорации, во всех, в любых отелях декорации все полностью сделаны из живых цветов. В одном из видео мы пойдем с нашими друзьями, с Яночкой и с Игорем в отель Белладжио снимать декорации, там тоже живые цветы, там просто уникальные сейчас декоры стоят. Тематика, если мне не изменяет память, человек и природа. То есть там бабочки, птички. И все это из цветов сделано. Из лепестков, из цветов и так далее. Там просто красота. Но это в одном из следующих наших и моих видео. Яна у нас фортуну дергает за хвост. Яна, давай бонус. Ну что, друзья, мы пришли на шоу. Это отель Мираж, как раз вот где мы сейчас были. И вот на этой горе, или как она называется, ну гора, где идет вот этот вот водопад. Сейчас здесь будет, казалось бы, идет водопад, а сейчас будет огненное шоу. Сейчас стоим, я смеюсь. Нам еще ждать 20 минут шоу огня. А мне Виталик тут шоу огня говорит, смотрите. Показывает шоу огня.